Привет, YouTube! Привет, подписчики и гости моего канала! В общем, этот видос немножечко про доработки, про, как говорится, улучшения. Поставил крылья. Вот такие вот крылья у меня стоят. Они пластиковые. Это пластик. Они довольно-таки получились жесткие. Значит, крепил я их. Делал, гнул из полосы. Полоса 3 сантиметра. Вот толщина у них 4 миллиметра. Согнул и прикрутил вот болт, который, как он называется правильно, упор, да, который в упор становится. Вот, просверлился, прикрутил, притянул через него. А здесь изогнул как мне надо, подварился и прикрутил снизу к шаровому, чтобы держалось крыло. Все замечательно. Теперь здесь чуть отступил снизу, вроде как такое, чтобы если где-то что-то, так не в железо. Все, на сюда не достает. При качении, при вывороте все хорошо, все везде проходит. Теперь очень удобно и видно, куда стоит колесо, как им управлять, да? Ну, такие вот просто. Такое было у меня принято решение. Покатал я немножко по грязюке там, все дела. Во-первых, к пластику будет меньше налипать, само отваливаться. Поэтому так. А откуда я их взял? Да, очень просто. Вот такая вот канистра. Вот они, стрелки. Симпатично, все очень удобно. Значит, разметил, вырезал, сколько мне надо. И все. Теперь это обрежу, и получится два таких карабаса под всякую мелочевку. В общем, отлично. Так, теперь буду делать стартер, менять ручку стартера, выносить ее вот сюда. Разверну сам этот ручной стартер пускачом вниз, выведу здесь ролик. И здесь по принципу сделаю, как на газонокосилке. И сделаю так, чтобы заслонка открывалась, закрывалась тоже с места. То есть, сидя на тракторе, заводить его там, глушить все дела. Потому что не совсем удобно, если вдруг где-то он заглох. Опять вставай, иди туда, заслонку закрывай. Вот, заводи, опять садись. Это, ну, беготня лишняя. Это неудобно, неудобно. Очень неудобно. В общем, как-то так. Ну, пока капота нет, я не знаю, заслонку может где-нибудь здесь выведу, дотянуться удобно. И глушилка пускай пока будет стоять на месте. Тоже удобно дотянуться спокойно, все это рядом. Когда будет уже капот здесь, все эти выведу вещи вот сюда, вообще под руль. Так, нашел вот такой кусочек какого-то металла. Тут уже он перфорированный какой-то непонятный. Понятное дело, подшипничек небольшой. Номер не видно будет, но скажу сейчас. 620 или 62. Не знаю. Наверное, вряд ли будет видно. Не наводится. Ну да, в общем, бог с ним. Все, сейчас изогну как мне надо и покажу, что получится. Вот таким образом изогнул. Сюда будет заходить подшипник. Вот две дистанционные тоненькие шайбочки вот сюда будут ставиться, чтобы он не закусывало. Сейчас соберу, покажу. Так, одно крепление поставил. Еще чуть-чуть поправлю, как мне надо. В общем, сейчас надо шнур поменять на более длинный. И еще одну такую же сделаю штукенцию. Вот подшипник нашел какой-то, но он чуть больше размера. Но мне не важно. Мне лишь бы он держал шнур, подшипник. Это будет вот таким вот образом собираться. Покажу сейчас, да? Вот так сюда подшипник, вот так прижиматься будет вот таким образом. Отрос пойдет вот здесь. Это чтобы он не соскакивал. То есть он зажмется и все. А это прикрутится уже к раме.
Ну, сейчас прикручу, покажу. Это тут делается ровно тут 15 минут делов. Ну, для меня, по крайней мере. Вот как-то так. Так, установил я ролик. Вот так вот подогнул, как на мне надо. Чуть вниз, под наклоном. Шнур заменил на более длинный. Здесь, соответственно, вот так вот будет скользить по подшипнику. Зазоры минимальные. Что здесь? Что здесь? Шнур не будет заскакивать. Видно, да? Так, ну здесь он опускается вниз, но когда начинаешь заводить, я его так вынул, он становится на центр подшипника. Ну, в общем, будем наблюдать. Здесь же он тоже трется. Не каждый раз, кто заводит, следит, чтобы он не касался стенок. Поэтому все хорошо. Здесь везде все закругленные края, что здесь, что там. Так что если разок там где-то пройдет рядышком, я думаю, ничего страшного не случится. Ну, а если перетрется, как менять, мы знаем. Ничто не вечно. В общем, если надо снять, вот здесь болтик попускается, вот эта скоба, она ж не приваренная, отгинается, и трос переходит вот сюда. То есть можно будет заводить уже его и отсюда. Ну, зачем заводить отсюда, когда здесь есть удобное. Сейчас попробуем завести. Но заслонку, правда, еще тягу не делал. Сейчас сделаю. То есть находится тросик вот он внизу. По подшипнику он скользит хоть сюда, хоть туда, хоть как хочешь. Но это я покажу сейчас. Попробуем завести. Вот так вот с места будет заводиться. Здесь дотягиваюсь спокойно до глушилки, поэтому переносить пока ее не буду никуда. Потому что лишний раз там тревожить не хочу. Единственное, сейчас сделаю заслоночку куда-нибудь. Вот трактор-то небольшой. Здесь где-нибудь ее поставлю. И все. Завел, закрыл. И до свидания. В общем, где будет удобно сейчас, там и сделаю. Может, сюда выведу. Завел где-нибудь. Взял и закрыл ее. Сейчас, короче, будет видно, где ее лучше сделать. Вот как-то так. Теперь будет намного комфортнее. Вот заводилочка. Она высоко. До ноги не достает. Не выскакивает. Все, все замечательно. Вот. Шнур становится на центр при заводе. Итак, закончил установочку стартера ручного. Да, вынес сюда этот подсос. Вот так это работает. То есть натянул, заслонка закрылась. Отбил, заслонка открылась. Вынес сюда кнопку старта. То есть как ключ зажигания, да, будем говорить. Повернул, подсос натянул. Вот так это работает. Здесь поставил коромысло. Нашел какое-то подходящее. В общем, такую тягу согнул из велосипедной спицы. Здесь засверлил. Вот, вот таким вот образом изогнул ее. Вставил. Потом здесь прикрутил кронштейн. Закрепил. Вот, да, гайки бензобака. Это все самодельное из миллиметровой полосы. Все это притянул, прикрутил, тросик чуть дал в натяжку, поэтому он такой изогнутый, чтобы заслонка 100% была закрыта при отбитом подсосе. Ну, добавил кусок провода, висит вот так. Это пока временное явление, потом его окультурим как-то. И все, можно, конечно, было использовать вот такое коромысло от Жигулевского, да, газули Жигулевской поставить, и спокойно оно будет работать. Но оно чуть короче оказалось. А у меня под рукой оказалось какое-то непонятное. Просверлил несколько отверстий. Ну, вот самый хороший ход это. Вот чем ближе к болту, тем меньше надо его вытаскивать. Вот и все. Здесь через втулочку, чтобы она какой имела ход свой свободный, без всяких там этих самых. Вот, пожалуйста, работает. Одел сюда трубку, капельницу, чтобы она не дребезжала, не грохотала, вот, потому что она проходит максимально близко.
Ну, так получается у меня, по крайней мере. Тут бак, тут корпус. Вот и все. Сколько надо подсоса откусил, поставил такой свободный ход. Пускай будет. Он здесь не мешает вообще никак. В общем, сейчас со стороны покажу, как это все происходит. Поставлю фильтр, выгоню. Впрочем, все для удобства. Все сделано под правую руку. Ну, сами все видели, да, как это работает прекрасно. В общем, доделкой вот этой доволен. Абсолютно доволен. Никаких проблем, повторюсь еще раз. Когда начинаешь заводить, трос становится на центр подшипника. Вот так настроено. Крылья вообще устраивают замечательно, просто замечательно. В общем, понравилось, оценивайте. Лайк. Не понравилось, оценивайте, дизлайк, пишите комментарии, что вы думаете по этому поводу, как оно вообще стоило, я думаю, стоило, конечно, это можно сделать на абсолютно на любой технике, на самодельной, вынести это все в кабину оператора. Ладно, ребят, давайте, с вами был Санек, еще увидимся, пока.